А, ничего. Что новенького? Как здоровье? А? Как? Я знаю. Вы меня узнали? Это наше. Кто? Кто я? Советская. Кто я? Говорите. Как меня зовут? Забыла. Вспоминайте. Как меня зовут? Забыла. Знаю, наша. Это наша. Бабмаш, я Жанна. Помните меня? Жанна. Вера, кто да, забыла. Дети вот тут, когда приехали, тогда дети. Жанна, и Богу забыла. Ну, ничего. Да, тут разве не будешь, тут дураком станешь. Почему? Вот. А потому. А что случилось? Почему? А что? Потому что случилось? Что случилось, да. Вот сейчас расскажу. Ну, давай. Вот идет. Допустим, я иду, вот мне надо на улицу сходить. Угу. Никто меня не пускает. Почему? А потому что деньги надо в это. Кому все. Деньги надо? Ну вы же получаете, у вас же есть пенсия, вы же получаете. Ну, а что я ему? Я должна? Нет, вы никому не должны. Я не должна никому. Нет. Никому. Ну. А у него деньги есть. А где ваши? Вы вот у вас денежка есть, есть пенсия. Вот пенсия. Вы можете кушать на нее покупать. И кушала, ну, и все. Все. Не выходит. А, все. Ну и что, вас не выпускают на улицу? Меня, вот я отсюда, я вам говорю, рассказывала, угу. Что вот если я пойду, я сейчас, я никак не могу. Я выйти на улицу. А вы хотите на улицу? Пойдем. Погулять хотите? Так, а я в магазине, кто мне принесет? А у вас никто. Вот тут Лика же есть, ну, она что? Же приносит. А Лика не каждый раз будет и себе, и ей. Mm-hmm. Ей, бедная, сама бегает, и сколько... Нет, Бабмаш, она же с вами этот... Ухаживает за вами. Она же вам покупает. Она и так занята, вот так аж работает. Угу. Работает сколько. И там, везде, и все. И я боюсь, что я буду. Оттуда я иду, никто не открывает. Угу. Отсюда выходит, он открывает. Да, болел. А сейчас? Ну а вы бы Лику попросили, она бы вас вывела на улицу погулять. Она каждый день, не каждый день. Приходит? Везде всегда по работе она. Все целыми, она слезно заложится, бедная.